Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас было мероприятие, которое называлось Street Workout Узбекистан, где спортсмены этого вида спорта занимались и соревновались между собой. Одним из атлетов и спортсменов в этом направлении является Джасур Сабиров. Джасур, что для тебя Street Workout и как ты пришел к этому? Для меня Street Workout — это жизнь. Воркаутом уже начал заниматься примерно 5 лет. Веду здоровый образ жизни и хочу подать вот свой пример новому здоровому поколению. Спасибо. Артем, для тебя что такое стрит-воркаут и как ты к этому пришел? Пришел я к этому очень просто. На мувере я увидел видео, где приглашалось много людей на массовую воркаут-тренировку. И я пришел и присоединился. Для меня воркаут — это место, где я могу расслабиться и совершенствовать все свои физические способности. Вот что для меня стрит-воркаут. Умид, что для тебя стрит-воркаут? Поделись с нами, пожалуйста. Вообще для меня воркаут стал неотъемлемой частью жизни. Многие могут подумать, что спортсмены просто выходят и просто красуются и показывают себя. Но на самом деле для каждого из нас стрит-воркаут стал жизнью, стилем жизни. И я не исключение, это мой стиль жизни. Дорогие друзья, приглашаю вас также присоединиться в наше сообщество стрит-воркаутеров и поддерживать здоровый образ жизни. Узбекистан!